Фирма «Автодизайн» представляет запатентованную разработку фургон с боковой загрузкой «Свингмастер». Он предназначен для перевозки затаренных напитков, мебели и других сборных грузов, требующих быстрого и удобного доступа для разгрузки и погрузки. Конструкция фургона каркасно-панельного типа. Распашные борта с двух сторон имеют оригинальный запатентованный рычажной механизм, который надежнее и долговечнее тросовой системы раскрытия бортов. Механизм обеспечивает раскрытие нижнего борта вниз и движение верхнего борта внутрь под крышу фургона. Усилие для открытия и закрытия бортов не превышает 15 кг. Это сокращает время и повышает скорость и удобство загрузки и выгрузки фургона. Особенно это удобно при разгрузке небольших партий при мелкой оптовой торговли. Конструкция фургона и уплотнителей обеспечивают его влагонепроницаемость. Замки бортов из нержавеющей стали. В обязательную комплектацию входят задние распашные двери, откидная подножка, встроенная в нижний борт для обеспечения удобства входа в фургон. Боковая защита шасси. По желанию заказчика, фургон может быть оборудован холодильно-отопительной установкой для обеспечения температурного режима внутри фургона. Приставной лестницей, которая в транспортном положении крепится на передние стенки фургона. Помимо основного варианта фургона с уходящим под крышу бортом, могут быть исполнения с верхним подъемным бортом типа «бабочка», с задним грузоподъемным бортом. Фургон устанавливается на любые типы шасси грузовых автомобилей и рассчитан на длительную эксплуатацию без потери своих потребительских свойств. Фирма «Автодизайн» выпускает фургоны типа «Свингмастер» с 1995 года. Постоянно модернизирует конструкцию и выпускает новые модификации под требования клиента. Наши фургоны работают во многих компаниях в различных городах России и СНГ, среди которых такие крупные, как Coca-Cola и Pepsi. А теперь уже 10 машин с такими фургонами работают в логистической структуре ПАО «КамАЗ».